Это что за хуй? Это такой? Мой сын, папа. Это мой внук? Я ваш внук, да, дед. А чего ты похож на пидора? Как внучок? Всем привет, я сегодня дома с компом. Очень много всяких темочек, которые нужно подготовить перед UDC. Нужно... Что? У меня тут жена и ребенок еще за стеклом. Нужно подтвердить окончательно всех спонсоров на UDC. Нужно подтвердить окончательно, самое главное, всех гостей на UDC. Это иностранные судьи, иностранные пилоты. Решить вопрос, как они будут проезжать, пролетать границу, все допуски, все документы. В общем, как только мы это все подготовим, ну, для того, чтобы точно понимать, что происходит, я вам все это вывалю. Короче, реально очень скоро. А вы спешите на дрифт 8 августа? Такой запарковался, за фруктами приехал, да, человек? Ну и что? Все, сейчас поедем, сейчас мама выйдет и поедем, обещаю. Весь день с ноутом, весь день на телефоне. И сейчас погулял с малым, и сейчас иду на встречу со своим другом. Ну и в то же время это, так сказать, работник наш команды UDC. И мы сейчас будем выдрачивать каждый пункт. Поэтому ноут опять со мной. Ну жесть же какая-то. Хожу что хоть в кафе, а не в каких-то офисах, бля, закрытом подвальном помещении. Бля. Я считаю, что офис нужен, когда серьезный проект, когда много людей задействовано, типа там 30 человек минимум. Вот, тогда нужен офис, когда много направлений, много ответственностей, когда нужно все прям на огромной доске себе написать, чтобы не быть дебилом, ни хера не забыть. А когда там какой-то UDC на 2,5 миллиона гривен или 3, да это так себе. Мы там десятером закроем нахуй. Привет, братан.